То есть он на себя давал полный руль? Да, да, да. Ну, вроде в штопор не свалился. Но только повыше такие вещи делай, а то вдруг крутанет. Ну попробуй, давай зайди. О, ты посмотри, как сел. Даже незаметно. Давай сюда его подгоняй к нам. Шикарно. Я смотрю, тренировал, на руле я ничего не замечал. Ну, элерон немного один, это, по-моему, чуть вниз. Его чуть-чуть направо тянуло, да? Налево. Налево. Ну, слушай, а где этот двигатель покупал? Это где-то лет 7 назад в Китае. Оно стоило 90 или что-то такое. Я купил одну, ну, двигатель, что-то там еще. А потом, это самое, отказался от заказа, сделали другой заказ. А они ошиблись, и мне две заказа. Давай, давай, вместе с самолетом. О, так, подожди, тогда давай, чтобы не против солнца. Ну, хороший самолет. Вот я, это то, о чем я все время мечтаю, такой спокойный самолет для этих. Я когда задолбался этими спортивными, их трудно для меня сажать, я же не часто летаю. Тут вот там вот сколько я летал этот сбач. Да. Блин, все время этот на посадке в конце. У него знаешь как и что неудобно. У него стойка высокая, вот такая вот, как у мистера Шмидта, и узкая. И он когда садится, блин, надо короче на Харьере сажать его. И... Но у него хороший холостой ход, слушай, очень. Сейчас он еще поработает. У меня тоже вот проблема с шасси, у меня ГИЛС есть еще 202. Тоже шасси такая высокая, я по копейному его делал. Ну вот я закажу этот карбюратор себе. На нем Вальбру стоит. Вот я тоже Вальбру хочу заказать. Из-за этого он работает нормально. Хотя он тяжелый. Кто, Вальбру? Не, двигатель. Ну, работает.